Он пример для тех, кто в зале, рассказывает любимая профессия, признание жителей, поддержка и понимание семьи. Это, наверное, и есть его главный секрет успеха. Что значит семья? Семья не только дети, отец, папа, мама, бабушка, дедушка, все. Все должны друг друга поддерживать, уважать. Максим Борисович Ваденко родился в городе Черкассы Киевской области, но Самарский край стал ему родным. Десятилетием проработал в металлургической отрасли. Герой социалистического труда, почетный авиастроитель, кавалер ордена Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена за заслуги перед Отечеством третьей степени, почетный гражданин Самарской области. Человек-созидатель, который сейчас готов работать на благо региона. Я сегодня впервые попал в Мезенчук. Во-первых, очень интересное место. Здесь сохраняются традиции. Много населения, хорошего, молодежи, детей, да, везде. Вот. И это главное будущее. Поэтому вот работа, которую почетные граждане проводят, да, и которую постоянно проводит очень активно губернатор, дает свои результаты. Эта встреча – повод поговорить не только о прошлом, но и о будущем региона. Одна из главных тем – национальные проекты. Их основная цель – поднять качество жизни россиян на новый уровень. Данная задача поставлена и президентом Российской Федерации, и губернатором Самарской области. И задача стоит в том, чтобы любое действие, которое реализуется, даже не только в рамках национального проекта, но и в рамках таких программ, как комфортная городская среда, устойчивое развитие сельской территории, должно сопровождаться с учетом мнения населения. Цикл встреч с почетными гражданами Самарской области проходит в рамках нацпроекта «Культура». Возможно, они вдохновят кого-то из школьников пойти навстречу мечте и в будущем внести свой вклад в развитие региона так, как когда-то это сделал Максим Борисович Ваденко. Татьяна Пудова, Алексей Гриднев, новости губернии, Безенчукский район.